Ну что, друзья, всем привет, и сегодня мы с вами посмотрим на следующий выпуск журнала LEGO «Звездные войны» под номером 6 в 2016 году. Ну, вообще, он 12-й, да, если считать самого первого выпуска. И давайте откроем и посмотрим, что там внутри, хотя и так все видно. Дурацкая привычка от распаковок. Посылок. Там же не видно, что внутри. И у нас здесь есть пакетик, который мы рассмотрим после журнала. И вот такой журнал, вот с такой обложечкой, с Дарт Вейдером. У нас сегодня наша игрушка — это Аклай. А интересный постер «Скрытая угроза». Уже вижу, что постер классный. Досье будет все об императоре. И два супер комикса. В общем-то, все. Давайте открывать и начинать смотреть на эту потрясающую красоту. С этой стороны у нас какая-то новенькая картиночка. А здесь содержание. Что у нас будет в номере про два комикса? Где они начинаются? Ну, в общем-то, содержание. А здесь традиционно уже наша игрушка — это Аклай, свирепый обитатель Джеонозиса. Информация о нем и так далее. Инструкция по сборке там будет. Загадка от Йоды тоже уже, как обычно. И, в общем-то, первая часть комикса — «День в музее». Вот. Пошел комикс, «День в музее», все дела, что они тут заходят в музей. А, опять начинается какая-то хлоп, вух и вжик. А, драчка. Очень смешное слово. В чем различие? Нужно найти отличие оригинала от подделки. Дальше продолжается комикс у нас. Здесь уже на кораблях начинают летать. Даже еще на одном, два корабля. Загадки, заминированный путь, разведчик Дюн. Здесь что-то тоже нужно сделать. Правила порядка, по порядку, наверное, что-то выстроить. Вот такие всякие задания. А далее вот оно, императорское досье. Император, учитель Дарта Вейдера. Досье на него. Даже есть подпись капитана кадровой службы и, собственно, у нас постер. Давайте на него посмотрим. И на этот раз один из редких случаев, когда постер просто офигительный. Надпись «Star Wars, эпизод 1, скрытая угроза». И просто он, ну, суперски выглядит. Ну, просто, ну, ничего лишнего. Очень крутой образцовый постер. Просто 5 с плюсом баллов. Вот очень красиво, лаконично и гармонично. Так что переходим дальше. Ну а дальше у нас страничка двойная с инструкцией по сборке. Должна получиться вот такая большая фигурочка. Скоро мы ее с вами соберем. Минуточку терпения. А далее загадки, давние воспоминания. Анакин Скайуокер предается воспоминаниям и так далее. Второй комикс игры в догонялки. Вот. Начинается прямо сейчас, 22-я страница. Здесь опять какие-то происходят действия. Пролистывая это совершенно не разобрать. И не вникнуть. Вижу только штурмовиков. Тут что-то все опять убегают. Какие-то. Ну, в общем, происходят какие-то действия, которые вы узнаете, прочитав. Битва за галактику. А здесь вот различные эти планеты, хотел сказать, страны, Камино. А, ход, вот я вижу. Ну, в общем, видите сами, как играть вот здесь. Сражение, финал и так далее. Загадка, яма. Загадка, яма Сарлака. Это лабиринт, собственно, старт-финиш. Канал Disney, большая анимация. Здесь рекламочка вот есть. Потом, что будет в следующем номере? Это бомбардировщик Сид. Эксклюзивная игрушка, два комикса, постер и так далее, так далее, так далее. Настольная фигурка типа из обложки журнала. И еще сзади вот такая вот штука. И вот такой у нас сегодня толстючий пакетик. Написано Limited Edition Аклай 5+. Реально толстый, очень много фигур. Ой, фигурок, деталек. Вот смотрите, я открываю, сейчас высыплю, и вы сами это увидите. Вот столько. Очень большая кучка. А, инструкция еще нужна. Ну, в принципе, вам ее видеть не обязательно. Она у меня вот здесь вот. И давайте поехали, будем собирать нашу сегодняшнюю фигурку. Мне кажется, будет очень симпатично в итоге. И она должна быть, ну, по моим ощущениям, не маленькой. Потому что вроде как то, что должно получиться по картинке, внушает, так сказать, масштаб, то, что будет большой, короче. Так, первую часть мы сложили, сейчас переходим к следующей. Так, это у нас вроде как голова, тоже мы ее закончили. Вставляется вот сюда, к туловищу. Нет, это не все, тут еще будет у нас продолжение головушки. А теперь точно с головой все. И переходим к нашим ножкам. Собираем. И у нас готовы все наши вот эти вот ножники. Давайте теперь их поставим на место. И это уже будет завершающий этап, так сказать. И на этом все, друзья, и это просто офигительно, вот реально. Вы только взгляните на масштаб этой фигурочки. А, можно опустить ноги тоже вот эти вот задние сюда, можно поднять. То есть она может вот так вот стоять,
И я могу даже смело сказать, что это, наверное, самая крутая фигурка из LEGO Star Wars журналов, потому что смотрите, сколько двигающихся деталей. Голова двигается, но, правда, только по одной оси, как и ноги, собственно. Все шесть ног тоже двигаются на двух осях тут и тут. И это очень круто. Можно как-то настроить, интересно сделать, как вам, как обычно я говорю, заблагорассудится. Это можно поднять вверх, сделать. Короче, косо снимаю, как-то вот так сделать. И мой вам совет, ребята. Если вы даже не собираете журнал, то, мне кажется, стоит его купить. Ну, допустим, просто, если вы увлекаетесь Лего, Star Wars и так далее, вот ради вот этого. За эти деньги, мне кажется, ну, очень крутая получается вещичка такая. Различно можно ее как-то настроить под себя, подвигать, там голову опустить и так далее. А, хвост еще двигается. Что-то я вам про это не сказал. Вот он. Вот так делается. Короче, круто. Мне очень понравилось. И, в принципе, на этом все. Давайте завершать это видео. Ну что, друзья, на этом все. Это был вот такой шестой выпуск LEGO Star Wars. Мне очень понравилось. Вы уже слышали, как я отозвался об этой игрушке. Это просто нечто какое-то. Это просто круто. Поэтому, если вам понравилось это видео, то ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и ждите мои новые видео. Ребята, всем пока! Фух.